будем стрелять пули FMG. Так, по 3 патрона будем пробовать. Будем смотреть, что будет. Какие будут результаты. Вот на 150 метров, или точнее сказать на 160 метров, два попадания. Целился в центр, они ушли влево. Отошли еще на 40 метров, будет стрелять на 200 метров, попробуем сейчас. Посмотрим, каковы будут результаты. Поправку я еще не сделал, я буду брать чуть правее мишени. Попасть в центр. Так, под огнем. Вот, на 200 метров у нас вот получилось одно попадание. Я брал чуть правее мишени. Ну, походу надо будет вводить поправки. Будем смотреть дальше. Так, дистанция 200 метров. Мы сейчас ввели поправки, 6 кликов вправо. Ну, сейчас посмотрим, куда она попадаем. И будет видно, какие поправки дальше делать. Так, под огнем. Вот два попадания после введенных поправок. Один я походу оторвал. Сейчас будем пробовать со 100 метров, ну или со 150. Мы еще не определились. Дистанция была 200 метров. ВПО 209, пуля FMG. Так, дистанция 100 метров, пуля FMG. Вот огнем. Вот у нас на 100 метров вот эти вот три попадания получились с пули FMG. Прошу заметить, что мы стреляли с рук, а не с упора. Но результаты говорят сами за себя.